Коли сотнями українці гинули із-за ви 2 тижні тому купили собі куртку за 620 тисяч гривень. Куртку за 620 тисяч гривень. 620 тысяч гривень. Мать твою за ногу. Знаете, я бы хотел поговорить и обратиться к пенсионерам. В первую очередь, вы за коммуналку заплатили? Заплатили. У вас остались гроши на руках? Что-что? Копейки сущие, сынок, остались. Ну вот видите, у вас остались копейки. Вы едва концы с концами сводите, а министр здравоохранения Степанов расхаживает в модной курточке за 620 тысяч гривен. Братва, ну так получилось. Я ничего не понял. Что это такое? Куда смотрят антикоррупционные органы? Куда смотрят, в конце концов, Зеленский? Почему этот министр до сих пор не уволен? И в конце концов, нужно смотреть не только на министра здравоохранения, который очень, видимо, неплохо нажился на пандемии, раз себе позволяет купить куртки за 22 тысячи долларов. Но давайте с вами посмотрим еще на министра энергетики Ветренко. Вернее, исполняющий обязанности министра энергетики Юрия Ветренко. Так вот, этот персонаж ИО министра задекларировал 11 755 тысяч гривен. Внимание! Процентов от Ощадбанка. Согласно документу, Ветренко получил средства 10 марта. По данным декларации ИО министра за 2019 год, Ветренко имеет 12 счетов в Ощадбанке. На части из них средства хранятся в иностранной валюте. Друзья мои, заметьте, 11 миллионов это только процентов. А какая основная сумма депозита, мы можем только себе представить. Действительно, мы, народ Украины, можем себе только представлять, сколько на счетах у этих крохоборов лежит в государственных банках. И у меня вопрос, а что это такое за вот шмыгаля, уряд шмыгаля? Что это за министры такие? Один министр ходит в куртке за 22 тысячи долларов. Второй за год снимает 11 миллионов гривен только процентов. Это что, слуги народа такие? Это что, такой парламент будет работать на благополучие украинского народа? А теперь давайте, друзья мои, обратим наше внимание на банковскую сферу. А что же там? А там, друзья мои, тоже полнейший беспредел. И так далее. Некий господин Гороховский, совладелец Монобанка и так далее. Я хочу сказать этому Гороховскому. Так вот, ты, Гороховский, вы зарабатываете на сверхприбылях, и вам плевать, чихать на интересы потребителей, потому что, во-первых, ваш банк, я прямо хочу сказать, основан на капитале очень сомнительного происхождения. Во-вторых, вы работаете, как всегда, через государственную структуру. Никакой вы не частный банк, потому что вы используете купленных депутатов, купленных людей, чиновников в НБУ и купленных чиновников в Министерстве финансов. Наконец-то президент и мы предложили что-то, что на благо всего народа. И тут популизм не потом. Если мы обязываем, правильно сказал Саша Альшанский, бизнес платить эти... Это весьма интересное заявление Михаила Саакашвили, потому что он фактически сказал то, что пора бы уже убрать вот эти всякие коррупционные схемы, вот это Решалово, вот этих купленных чиновников в Национальном банке Украины, других финансовых учреждениях, которые выдают лицензии банкам, которые имеют крайне сомнительный капитал и которые в любой момент могут вот так лопнуть, закрыться и оставить с носом огромное количество своих вкладчиков. Что я могу еще тут сказать, друзья мои? Бардак, бардак, воровство, бардак, зажатые чиновники, опять бардак, опять наглые рожи чиновников, которые ходят в куртках по 22 тысячи долларов. Но, кстати, о воровстве. Совсем забыл поднять вот эту тему. Все вы знаете, что офис президента недавно подвергся вандализму. В нем побили окна, и он был разрисован. Офис президента выставил цену для очистки надписей из государственного бюджета, прошу это заметить, в 2 миллиона гривен. Но какова же реальная стоимость для закраски подобных надписей? Когда неизвестные обратились к клининговую фирму, она назвала цену в
30 тысяч гривен с реставрацией двери. Вторая для очистки надписей назвала сумму в 12 тысяч гривен. Нет, ну это уже наглость. Давайте даже с вами округлим. Не 30 тысяч гривен, а 50 тысяч гривен. Ну, 2000 долларов. 2000 долларов. Они нарисовали 2 миллиона гривен для реставрации. И 2 миллиона гривен, я тут посчитал, это 71 тысяча долларов. Вы вообще понимаете, какое воровство там процветает? Вот там сидят какие-то персонажи, которые просто-напросто дерибанят на всем, несут просто со всего, где можно украсть, максимально просто банально завышают цену в несколько раз, делают на копейку, крадут, как говорится, на рубль. Все, деньги из нашего с вами кармана. С этим пора заканчивать. Пора. Вот эпоха бедности начинается как раз из-за вот такого воровства и растраты. Пока. Депутатка від «Слуги народу» Олена Шуляк нещодавно прийшла на засідання парламенту у Сережках за 3600 євро. Маловато буде? Куртку за 620 тисяч гривень. Маловато, понимаєш? Кількість квартир – 24. Кількість авто – 17. Маловато. Маловато! 158 квартир з загальною площою майже 10 тисяч квадратних метрів, задекларував народний депутат Віктор М'ялик. Маловато буде! Годинник Ахметова коштує як 2 Бентлі. Маловато буде! Хатинка біля Женеви 32-річному Даміру коштувала близько 2 мільярдів гривень. Хоч-ка-хоч, а маловато! Задекларував 11 мільйонів 755 тисяч гривень. Внимание, процентов! Маловато буде! Государственные предприятия, которыми они руководят, их министерство, 6 миллиардов. Вот вы, того, что вы потеряли 6 миллиардов долларов только за последний год на государственных предприятиях. Зарплата в конвертах 6 миллиардов. Скрутки конвертационных центров 6 миллиардов. Офшоры, потому что вынуждают деньги выйти, 6 миллиардов. Незаконное выдобывание корыстных копалин. Совсем другая картина масла. Прям вот другая. Другое дело.